Всем привет! Сегодня я вам покажу наш пермский зоопарк. Мы решили прийти сюда вместе с нашим Кирюшкой. Вот такой вот он у нас сидит. Кирюша, помаши руку. Вот так, всем здравствуйте, да? Здравствуйте. Все. Моя любимая женушка Анечка. Переключаю камеру. Итак, наш зоопарк начинается вот с такого фонтанчика небольшого, древнего. Мы начинаем слева. Давай пойдем по прямой. Ну, пошли. Итак, подходим мы. Здесь у нас серый журавль. Все, журавль спрятался. Только мы подошли, журавль спрятался. А здесь у нас обыкновенный павлин и сипуха. Вот павлин. Надо в авангард ехать, там павлины это кругом гуляют. Вот там Кириллу было бы здорово. Гуляют, кролики бегают, курицы носятся. Вот прямо, как будто это в авангарде, да? Смотри, курицы, павлины. Ты не видишь? Курица-то не видит, надо вставать его. Здесь у нас чиглок и обыкновенная пустельга. Птички. Вот они, курочки ходят. Голландская хохлатая куваква. А вон, смотри, Кирюша, смотри, какие павлины красивые. Помоги им. Ой, какой красивый лежит, голубой. Ой, синий, я такого не видела еще. Мы зеленых только видели. Они в авангарде такие же. Нет, у них шея зеленая в авангарде. Да, ну может быть. Может. Здесь прямо индиго-синий. Петухи-то какие, смотри, какие у них лапы. Итак, идем дальше. Экзотические птицы. Но туда не пойдем смотреть. Все животные ветки. Да. Вон здесь, смотри. Ох, какой дикобраз большой. Да. Ой, какой красивый дикобразик. Ну, такой славный. Да. Какие у него огромные. Ух, какой красавец. Переходим к птичкам. Ох, какой красавец. Ох, какие. Красивые птицы. Смотри, как они близко сидят. В Москве таких я не видел, в московском зоопарке. Вообще красивые птички. И смотри, ты и тукан сидит с ними. Ага. Давай посмотрим, как они называются. Кириллочка, пойдем смотреть, как называются. Что за птички такие? Красивые? Туканчик. Два тукана. Видим, метр. Вот это кто? Так, черноклювый тукан. Это турака. Фиолетовый турак. Кирюша, тут не надо, обойди, обойди. О, какие, ты смотри. Ты смотри, какие сюда. Какие. Вон, видишь, какой у него клюв. Слушай, вообще красота. О, какой. Ох, какой, ничего себе. Вот это да. Ты смотри, какие у нас птицы оказываются. Да, ух, какие птицы у нас. Ух, динозавры. Как динозавры, да, Кирюша? Да.
как динозавры птицы. Вот такие красавцы. Да, вот красавцы. Птицы-носороги. Птицы-носороги, Кирюша, представляешь? Во время гнездования самка замуровывается в гнезде вместе с птенцами, а самец ее кормит. Прям как из гнезда. Жена да. В закрытии. Ну ладно, идем дальше. Здесь кто у нас? Выдра обыкновенная. Да, выдра спряталась. Не видно. И здесь выдра, но тоже ее не видать. А вон там что у нас? О! Какие тут у нас восточный венценосный журавль. Красавец! Ай, какой ты красивый! Ай, какой красивый! О, такие страусы. Эмо. Страус эмо. Аня! Аня! Степной орел. Сидит в гордом одиночестве. Белая сова. Вот она такая. Белая сова там. Здесь. Ох, какой. Беркут. Беркут сидит. Кирюша, смотри, какой беркут. Только пальчики не суй сюда. Держи его, чтобы пальцы не суй. Смотри, какой беркут. Какой клюв у него огромный. Да, ух, какой. Ох, не трогай ручками его, а то он может сильно клевать. Ну-ка, не кричи. Кричать нельзя. Ты что? Птичку. Да, вот веди его. Пугаешь птицу, закричай. Пошли. Да, сейчас. А, вон. Кирюша, вон филины. Пусть посмотрит. Вот они какие красавцы. Китайские курицы. Вот такие вот мохнатые. Здесь непонятно кто. Птички. Всякие мелкие птички. Ох, попугайчики там. А это попугай. Что я иду? Попугайчики там. Какие. Видишь, что это попугай? Ладно, идем дальше. О, тигр. Кирюша, пойдем тигра смотреть. А, ну да, львица. Вон лев. Пойдем, льва. Льва, пойдем посмотрим. Лев рядом. Лев рядом. Вот какой лев. Какой красивый. Вот ты красавец. Вон, их даже два льва-то у нас. Ты смотри, поставь его. Тут он может стоять и, в принципе, даже может руками держаться. Ух, какой лев, да? Киса, киса, единственное, чтобы он только не рыкнул. Да, вон там идет еще один. Отвернулся. Да. Ух, слегка придерживай, Кирилла. Просто руками.
Ну, да, да, да. Вот какой. Ох, ох, там успел? Не успел. Ну, то есть только чуть-чуть. А этот сам покрыл. Ну. Он здоровый такой, вот тот-то, который ходит. Ходит. Да, это львица. Ух, какая львица, да, Кирюша? Но, ну, а мама уж рожала. А, вон они друг на друга смотрят. Да? Выглядывают. Жарко ей и тесно. Вон там. Иди сюда. А тут прям... Кирилл, иди сюда. Ей жарко и тесно тут. Иди сюда, Кирилл. Вот, пошла. Ага. Ух, какая. Какая, да, Кирюша. Нет, ой, какая любовь. Кирюша, иди сюда. Лошадки, пони стоят, скучают. Они не скучают, они не скучают. Нельзя, Кирилл, это опасно. Выходи быстро. Быстро выходи. Грызет кость какую-то. Ох, самец. Ага. Он сзади был или нет? Там нет яичек. Да, мне показалось. Сам... Это у него брюхо, у нее брюхо такое. Ага. Все, а что такое? То ли беременна, то ли... Смотри, она... Надоели ей, пошла. Беременна или нет? Не знаю. Она как будто в шишке. Ну. Вот отсюда хорошо видно, как она грызет. Лижет кость. Вон, видно. Альпаки. Лама. Лама, альпаки написано. Откусывают яички. Да? Да, друг другу. Вот они этим опасны. То есть, посмотри, нет милого. Да. Здесь пусто. Вот такие козлики. Аня, пошли сюда вниз. Ну, пойдем, вот мы так вниз идем. Кирюша, иди аккуратно. Тут, наверное, орел. О, какой козлик лежит. Козлик с козочкой. Красавцы. Надо поднять его. Вот такой у нас мишка тут бурый. И там еще один. Какой большой, да, Кирюша, мишка? Да, большой. Вон тут встал. О, как стоит, да. Пахнет от них. Вон только что покапает. А в лесу такого увидишь, так это самое точно. Шерсть чешется, да? Так он перегрызть пытается, скажет, потому что свобода будет. Посади-ка, хоть тут перегрызет, и я бы Кирилл выставил. Грызи, Мишка. Иди сюда, Кирюш. Миша!
Вот он, еще красавец. Медведь. Ух ты, красавец. Хорош. И вот наши белые медведи. Пара. Что-то у них вода спущена. Негде купаться им, бедолагам. Ох, какие белые медведи. Красавцы. Я уже видел, как они маленькие будут получаться. Они уже настолько обезумевшие, мне кажется, такие желтые. Такие прямо это, уставшие, живые просто. Бедные. Бедные все мишки. Бедные мишки. Красавец, мучается. Тяжело ему. Северные олени. А там вон маленький с рожками. Ну, маленький. Это, походу, тоже мальчик. Ни одной мамы. Почему? Мама, наверное, сейчас в город пошла. Тогда одни мамы, а сейчас не пахнут подошли. Какие капибары? Капибары. Вот там-то, прикинь, надо завести себе капибары. Зачем? Много там в доме держат капибары. Они дрессировки подают. Они будут в ветре, они с ними спят, они как собаки. Они очень умные. Дрессируют. Он как-то крадется. Свинки большие. Кирилл, ну-ка иди сюда. Смотри, иди сюда скорее. Крысы, они очень вкусные, говорят. Рысь. Мама. Где она? Угу. Ай, какие киски. Ох, какие обезьянки. Ты реально как интересно. Зайцы, беляки. Вон, смотри, какие зайчики, Кирюша. Зайчики. Ай, какие зайчики. Жарко им, малыша. Лежат, греются на солнышке. А вон один кушает. Один кушает. Судороги. Да нет, он просто тянет. Заяц! Ярик, заяц, волк! Да заяц! Вот какие овечки тут маленькие. Смотри, какие маленькие вообще. Кирюша, иди смотри скорее. Недавно родились. Нет. Скорее, петушки какие красивые. Ох, какие. Красавец. Ох, красавец какой. Ко-ко-ко-ко-ко.
Да, ну хорошо. Да. Он на забор тут. Ну. Идем там полики. Иди сюда, Кир. Ручку давай. Пойдем. Папа, наверх. А что там? Там кролик. Кролик? Ну, пойдем посмотрим. Пятки, Кирюша. Ты хороший. Смотри, смотри, Кирюша, смотри, кролик у папы телефон. Снимай. Папа, не кричи. Не кричи. Хороший. Хороший, хороший, да. А, хороший какой. Ух, какой динозавр, да, Кирюша? Пойдем. Да, ух, динозавр рычит, да, Кирюша? Покажи, как динозавр рычит. Ух, как громко, да? Ух, как громко рычит динозавр. Да, вот какой он. Кирюша, зарычи, как динозавр. О, а как руками делает динозавр? А руками, руками как делает динозавр? Вот так вот, да. До свидания, говорит? Да, ух, какой, да. Ну, ладно, до свидания, динозаврик, да? Скажи до свидания, динозаврик. До свидания. Пойдем. Да. О, лисичка, смотри, Кирюша. Ай, какая лисичка. Вот какая лисичка лежит там. Вот она какая. Да. Хеллоу! Какой? Бегу мощный. Обалчара. Бегу. Ты что такое в лесу? В лесу попадет, как нет. Ну какой? Волчик. Жарко тебе, да? Жарко. Хороший, хороший, да, хороший. Красные волки. Да. Вот какие. Ага. Для их размера. Ну, что на площадке тоже